Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти. И по традиции, в преддвериях Рождества и Нового года, у меня начинается новогодний марафон на моем канале, в котором мы будем проходить все игры, которые создают атмосферу праздника и ощущение Рождества и Нового года. И сегодня, в этом году, выпал мой пал на такие игры, как «Рождественское приключение», «Конфетный шторм» и «Маша. Рождественская сказка». Это вот как минимум две игры, которые я точно выпущу на своем канале. И начать я решила с «Рождественского приключения», «Конфетный шторм». Давайте посмотрим, что это за игра и куда, какие чудесные новогодние приключения она нас заведет. Судя по музыке, которую мы слышим, у меня уже создается новогоднее ощущение, и я уже как можно скорее хочу накрыть новогодний стол, наполнить бокалы новогодними напитками, нарядить елку, развесить игрушки и сделать все то, что именно подарит мне новогоднее настроение. Итак, всем приятного просмотра, играть! Вы хотите пройти обучение? Я должна выяснить, что здесь происходит. Да, мои дорогие котятки, я хочу пройти обучение, несмотря на то, что это старая игра, она мне никогда не попадалась, и я ее никогда не проходила. Поэтому все, что сейчас вы будете видеть от человека, который проходит это в первый раз. Поэтому прошу очень сильно меня не ругать, если вдруг что-то я делаю не так. Нажимаем «Да, я хочу пройти обучение». Вы встретите несколько персонажей в игре, которые будут говорить с вами или давать что-либо. Нажмите на духа, чтобы вызвать диалоговое окно. Чтобы закрыть диалог и продолжить игру, нажмите в диалоговом окне. Так, ну давайте выберем духа. Эй, что это здесь летает? Здравствуйте, я Септер, хороший дух. Ваш автомобиль изменила магия трех сестер. Идите к дому, постучитесь в дверь, и они откроют вам. Обратите внимание на курсор, который будет изменяться на руку, шестерни или лупу. Найдите курсор на сухую ветку и обратите внимание, что он изменится на руку, что означает, что вы можете взять ветку. Ага, нам подсказывают, что нужно вот сюда вот навести, наш курсор поменяется на руку. Да, действительно, действительно. Если курсор изменился на шестерни, это означает, что вы можете применить здесь предмет. В этом случае извлеките круглую ручку из воды, используя сухую ветку. Так, ага, вот здесь вот у нас с вами что-то работает, да, поэтому мы должны взять веточку и направить веточку на кольцо. Поздравляем, вы получили полезную вещь, это ручка. Хорошо. Теперь переместите ручку из инвентаря на шарнир, чтобы прикрепить и использовать ее. Не забудьте кликнуть на ручку, чтобы постучать в дверь. Окей, давайте сделаем. Так, тук-тук. Когда вы видите искры вокруг области, это означает, что там активировалась область со скрытыми предметами. Нажмите на область, чтобы начать поиск. При наведении на эту область курсор меняется на указатель направления, как при переходе в другое место. Главная цель состоит в том, чтобы найти все 12 элементов из списка, расположенного в нижней части экрана. Вы получите вознаграждение только после того, как найдете все предметы. Итак, что мы с вами ищем, котятки? Лимон, лопату, конфету, петух, носок, шарф, золотая шишка, перчатка, бант, буква «Н», шапка и будильник. Ну что, давайте искать. Лимон, лопата, конфета, петух, носок, шарф, золотая шишка, перчатка, бант, буква «Н», шапка, будильник. Так, ну что-то я уже вижу. Носок, перчатка, петух, лимон, буква «Н». Так, шарфик. А, золотая шишка тоже хорошо здесь ее видно. Так, это ли не бантик? А, это у нас шляпа. Окей, а вот он бантик. Так, будильник, лопата и конфета. Так, ну лопату тоже я вижу. Конфета и будильник у нас с вами остались. Ага, будильник вижу, конфетку тоже вижу. Отлично. Господи, какая прекрасная музыка на локации с поиском предметов. Поздравляем, вы получили полезную вещь. Ожерелье. Окей. Список задач находится в нижнем левом углу экрана.
Если вы забыли, что должны сделать на данном этапе, вы всегда можете посмотреть список задач. Также есть кнопка «Подсказка» в правом нижнем углу, которая поможет вам, если вы не знаете, что делать. Так, найдите способ открыть дверь, подсказывает нам, да? Хорошо. Так, какую дверь-то открываем? А тут у нас детальки-то не все, котятки, еще же не хватает. Часть мозаичного замка отсутствует. Вот именно, нам еще нужна будет мозаика. Так, что здесь у нас есть с вами? О, орех. Видно, очень вкусный, но очень прочный. Это кормушка. Если оставлю немного птичьего корма, то прилетят снегири. Медведь-музыкант. Но где же его барабанные палочки? Ой, не знаю, котятки. Посмотрите, у вороны в клюве что-то есть. Слушайте, а давайте ей ожерелье дадим. Вороны любят все блестящее и красивое. Отлично. Так, что у нас тут? Бедный бобер. Мне нужно помочь ему достроить плотину. А чем я помогу ему, интересно? Так, посмотрим, что есть у меня в машине. Я не могу отделить эту пуговицу голыми руками. Итак, есть что-либо полезное в моей сумке? Не может быть, это моя заколка для волос. Я думала, я потеряла ее. Нет, ты ее не потеряла, вот она, твоя заколочка. Так, что еще у нас есть полезного в машине? Надо запомнить, что здесь есть пуговка. Так, курсор у меня просто вообще сумасшедший, бегает по экрану, как заведенный. Не хватает двух символов сургучной печати и марки. Хорошо, запомним, котятки. Так, ну давайте тогда вернем на место. Дверь заперта хитрым замком. Вам нужно будет переместить все части в нужные места. Желтый снеговик, красный Санта, затем зеленый щелкунчик. Вы можете перемещать строки и столбцы по горизонтали и вертикали, перетаскивая их. Итак, значит, где желтый колокольчик, у нас с вами должен стоять желтый снеговик. Где красный колокольчик, здесь должен быть Санта. А где зеленый колокольчик, здесь должен быть зеленый щелкунчик. В принципе, мне все понятно, как перетаскивать. Ага. Логика мне понятна. Вау! Какая невероятная атмосфера! Посмотрите, теплый камин, украшения на стенах. О, но только вот тут, посмотрите, все в какой-то паутине, похожей на сахарную вату. Это сладкая вата. Ее там так много, что она просто заблокировала лестницу. Да, это сладкая вата, котятки. А это что у нас такое? Так. Ой, а тут чего-то не хватает. Здесь отсутствует фигурка балерины. Ну да, классика в играх жанра поиска предметов. Музыкальные шкатулки с балериной. Котенок не дает мне взять клубок. Мне нужно отвлечь его чем-то. Пока мне нечем его отвлечь. Так, закрыто. Что еще у нас здесь есть? Какая-то милая бабушка. Так, на столе что-нибудь у нас активируется? Нет. Тут котенок. Сахарная вата. Ну, давайте поговорим со старушкой. Ой, ты моя бедненькая. Это наша ошибка. Из-за нас твоя машина превратилась в леденцы. Но ничего страшного. Мы сможем вернуть все назад. Но нам понадобится твоя помощь. Моя дорогая, я потеряла где-то рядом свои очки. Не могла бы ты, пожалуйста, помочь мне найти их? Ага, сцена с поиском предметов у нас активировалась. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам нужно будет здесь найти. О, какая музыка, котятки! Мне кажется, в этой игре собрали все волшебные классические мелодии, какие только существуют. Итак, что мы ищем, котятки? Рыбу, мышь, паука, клевер, желудь, курительную трубку, гнома, перекресток, кольцо, кленовый лист, грушу и ножницы. Здорово. Так, давайте еще раз прочту. Рыба, мышь, паук, клевер, желудь, курительная трубка, гном, наперсток, кольцо, кленовый лист, груша и ножницы. Давайте искать. Паук, мышка, груша, курительная трубка, наперсток, рыба, гномик, кленовый лист,
ножницы, клевер, желудь и кольцо. Все очень просто, легко и понятно. Я просто довольна тем, что я вижу. После игры «Остров секретов 2», «Врата судьбы» и игры «В погоне за шоколадом» это просто услада для моих глаз, мозгов и рук, котятки. А еще Рождество и Новый год. Ну что? Я тебе дала очки, а ты мне что в ответ? Спасибо, доченька. Мне нужна твоя помощь. Маленькая девочка просит связать свитерки, чтобы птички не мерзли зимой. Принеси мне 3 клубка. Синий, желтый и красный. Вязальные спицы, тесемку, 3 пуговицы и кружева. Оу, ничего себе заданица. Ну-ка, найти синий клубок, желтый клубок, швейные иглы. Ух, чего только нет. Ключ от ящика. От какого ящика? Вот от этого ящика. Ящик закрыт. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вау, птичий корм. Кстати, я знаю, куда его применить. Вот сюда, вот в эту ледяную кормушку. Вау, снегири. Вот снегири. Каждый должен получить по свитерку. Но где же мне их взять? О, кстати, посмотрите, пуговица. А я могу заколкой ее отрезать? Нет, я не могу заколкой отрезать. Но зато я знаю уже, где 2 пуговицы находятся как минимум. Так, слушайте, а может быть орешек дать бобру? Нет, бобру мой орех вообще не нужен. Так, может быть орешек надо дать котенку поиграть вместо клубочка. Нет, нужно его чем-то отвлечь. А чем? Что это такое, кстати? Все покрыто сиропом. Нужна вода, чтобы избавиться от него. Вау, ничего себе. О, заводная мышь. Она не будет работать без заводного ключа. Часть снежинки. Кстати, мы видим с вами мышку. Я могла бы вытащить эту вещь, но не могу подцепить ее. Давайте заколочкой. Заколочка же сможет подцепить, нет? Нет, смотри-ка что. Ой, терновник такой колючий, а за ним желтый клубок, котятки. Ничего себе, слушайте, а может заколку здесь надо применить? Нет, здесь тоже не надо. Эй, мышонок, иди ко мне. Он не хочет. Давайте орешек мы дадим. Нет, орешек тоже не сюда. Так, что мы имеем? Части снежинки, заколку и орех. Я абсолютно не знаю, куда все это применить. Пусть она немного отдохнет. Я согласна, пусть она немного отдохнет. Так, что здесь? Я могла бы вырезать здесь все, что угодно. Крошечный домик закрыт, но похоже, что недостающий колокольчик поможет открыть его. Ой, рождественская шапочка. Интересно, кому нужна рождественская шапочка? Так, что здесь у нас с вами есть? Необходимо убрать эту грязь чем-нибудь. Дверь закрыта, но в ней есть конусообразный слот. Он держит какой-то ключ. Похоже, над этой дверью было рождественское украшение. Ой, как много предметов, котятки. Очень много предметов, я не знаю, что со всем этим делать. Так, тут шкатулка. Ой. Эта золотая ручка выглядит очень древней. Ручка со львом. А здесь у нас не хватает одной части. Туда пройти мы не сможем. Так, все здесь рассмотрели, да? Туда пройти не можем, там вата. Тут сидит котенок. Так, на столе что у нас есть? Ой, паук! Сургуч может быть полезен, если я решу отправить письмо. Ничего себе, это щелкунчик! Конечно, это домашняя разновидность паука. Слушайте, орех я могу расколоть щелкунчиком. Это крошечные барабанные палочки. Я знаю, куда применить крошечные барабанные палочки. Но паук меня, конечно же, напугал. Эй, медведь, давай, побарабань немного. Хоп, заводной ключ.
Какой-то ключ, скорее всего, заводной. Точно непростой. Слушайте, давайте тогда теперь ключик на мышку. Отлично, теперь мне нужно только найти кошку, готовую играть с мышью. Вот он. На. Отлично. Синий клубок здесь, но надо найти еще два. Так, что здесь видим? Очень хорошо, это губка. Теперь я смогу отмыть грязь, пыль или что-нибудь еще. Так, все, на этом экране только фигурка. Кстати, надо будет смочить, наверное, губку, нет? Нет, не нужно. Нужно подцепить стекло чем-нибудь тонким. Может быть, заколкой? На часах не хватает стрелки. Но у меня стрелки тоже нет. Есть сургуч. Но только один. А там же еще нужна марка. Пожалуйста. Я могла бы расколоть лед и взять снежинку. Расколоть? Давайте ручкой со львом попробуем. Нет. Так, еще марка сюда как минимум нужна, да? Так, хорошо. Давайте еще в машину заглянем. Может быть, что-то здесь пропустили. Так, здесь пуговица, которую она не может оторвать голыми руками. Автомобиль превратился в сладости. Да, действительно, тут вообще одна сплошная сладость. Так, ну все, здесь только пуговка, котятки. О, зона с поиском предметов активировалась. Ну-ка, что будем искать здесь и на фоне какой музыки? Волшебство. Итак, ищем Санту, монету, конверт, очки, гроздь рябины, букву «Н», спички, молоток, утенок, леденец, рождественский шар и олень. Вау, как много предметов. Санта, монета, конверт, очки, гроздь рябины, буква «Н», спички, молоток, утенок, леденец, рождественский шар и олень. Ну что, давайте приступим к поиску. Спички, «Н», конверт, Санта, рождественский шар, леденец. Так, очки, гроздь рябины. Очки, гроздь рябины. Так, монетка где-то была у меня на виду. Вот она, я ее видела. Утенка тоже я видела. И остался молоток и олень. Олень, кстати, вот он. А вот и молоток. Поздравляем! Вы получили полезные вещи марку. Да, спасибо огромное. Я теперь знаю, куда ее применить. О! Все измазано сиропом. Слушайте, а губка поможет? Нет, губка не поможет. Точно? Да, я была не права. Конфетная муха. Все измазано сиропом и конфетная муха. Конфетная муха. Здесь пуговица у нас с вами. Там тоже пуговица. Тут бобер. Тут сироп, чтобы избавиться, нужна вода. Так, слушайте. Он держит какой-то ключ. Конфетная муха. Куда я могу применить конфетную муху? Так, ну-ка, подсказка. Клубок бабули опять? Синий клубок здесь. Надо найти еще два. И зачем мне это подсказывала игра? Я как бы сама прекрасно без этого понимала, что клубочек нужно отдать. Швейные иглы, клубок пряжи. Но я знаю, что клубок пряжи есть вот здесь. Она не может ее подцепить. Давай попробуем подцепить. Нет. Мухой тоже нет. Кто же все это использует? Я не пойму. Так, подсказка. Давай-ка, подскажи мне, что делать. Слушайте, а может губкой надо убрать вату? Да нет, конечно же, это ерунда. О, активировалась зона поиска предметов.
Неплохо. Так, в любой непонятной ситуации выходи из локации, да, называется. Итак, что мы здесь ищем? Сову, знак плюс, снегирь, колокольчик, пончик, рождественский леденец, варежка, белочка, ключ, самолет, гном и паровозик. Так, сова, знак плюс, снегирь, колокольчик, пончик, рождественский леденец, варежка, белочка, ключ, самолет, гном и паровоз. Ну что, давайте искать то, что видим. Так, сова, знак плюс, снегирь, ой, паровоз, я думала, вот это снегирь, ладно, паровоз, колокольчик, пончик. Так, пончик я вижу, ключик тоже я вижу, варежку видела и белочку, а вот он и красавец, снегирь. Так, рождественский леденец нам еще нужен, колокольчик, самолет и гном. Колокольчик вот здесь вот на шее у олененка, гномик вот здесь вот спрятался среди еловых веток, самолет и рождественский леденец. Интересно, как выглядит рождественский леденец? Я вижу леденец, ну вот, это конфетка. Это не леденец явно. А, вот он, рождественский леденец. И остался самолетик. Самолетика-то я не вижу как раз-таки. Ага, вот он. Красный, на красном фоне, очень сложно найти. Грабли. Мне дают какие-то предметы, с которыми я вообще просто не понимаю, что делать. Честно, вот котятки. Здесь нечего гребсти. Вату, может быть, я могу теперь убрать? Нет. Может быть, колючие кусты? О, прекрасно, слушайте. Это желтый клубок, чтобы связать свитерки. В земле что-то есть. Я должна это выкопать. Так нечем мне выкапывать. Отдаем желтый клубок и ждем, что у нас еще активируется. Желтый клубок готов. У птичек будут крутые свитерки. Так, ну слушайте, давайте тогда вернемся сюда, потому что, может быть, здесь опять какая-нибудь сцена с поиском предметов активируется. Ворона счастлива, я тоже. Так, здесь сцена с поиском предметов не активировалась. Подсказка. Так, идем в дом. Что-то здесь у нас активировалось, хотите сказать? Конечно, это домашняя разновидность пука. Может быть, ему муху дать? Так, и чем мне это поможет? Пустая чашка. Я бы могла размолоть что-нибудь в этой ступке, но в ней пока ничего нет. Пустая чашка. Может быть, я воды могу загребсти? Да. Мы с вами получили воду, которой я могу полить вот это пятно. И губкой все это убрать. О, отлично! Мы с вами нашли спицы, которые искала бабушка. И теперь знаем, куда применить ручку льва. Давай посмотрим, что у нас здесь. Совок сломан, но его все еще можно починить. И да, если мы найдем скотч. А, мне нужен гаечный ключ, чтобы заполучить эту трубу. Но зато есть стрелочки, которые я знаю, куда нужно применить. Вот сюда, вот в эти часики. Хорошо, я вставила часовые стрелки, теперь установим время. Выставим его на 12 часов. Прекрасно. И мы получили с вами маленький ключ. Здорово. Так, запомним это. Так, отдадим спицы тоже вот сюда. Нет, 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 нет. Спицы давайте тоже вернем бабуле. Что случилось? Что это? Доченька, милая, смотри, что моя сестра наколдовала. Опять что-то попутала. Помоги мне разобраться с этим. Почини дымоход. Из-за дыма я не смогу связать свитерки. О, боже мой. Я еще и дымоход должна буду починить. Похоже, шкатулка закрыта, потому что не хватает двух частей. Зато я вижу нужную нам детальку, но она не собирается.
В дымоходе появилось отверстие. Должна это исправить. Я не знаю пока чем. Давайте перейдем в сцену с поиском предметов. Итак, что мы здесь ищем? Горох, муху, ананас, бант, клубнику, верблюда, петарду, апельсин, инкальский огонь, мешок Санты, шпильку и божью коровку. Вау! Итак, горох, муха, ананас, бант, клубника, верблюд, петарда, апельсин, бенгальский огонь, мешок Санты, шпилька и божья коровка. Так, божью коровку вижу, мешок Санты тоже вижу, и шпилька вот она здесь наверху. Ох, петарда, апельсин, бенгальский огонь, бант, клубника. Так, клубнику вижу. Горох тоже здесь, посмотрите. Бенгальский огонь вот сюда вот спрятали. Верблюд вот здесь вот между кроликом и рождественским ангелом лежит. Муха вот такая огромная спряталась за часами. Петарда вот она рядом с часами. Остался ананас, апельсин и бант. Так, ананас вижу и апельсин тоже. Остался бант. Вот он. Вы нашли полезную вещь. Это скотч. Хорошо, кстати. На скотч мы можем собрать совок. Все. Собираем совок. Пока непонятно для чего. Так, слушайте. А что если... В почтовом ящике тоже документы очистить. Заморозить смолу. Ой. Она сама по себе... Просто очистилась. Все, это прекрасно. Слушайте. Так, здесь у нас осталось, получается, нужно будет расколоть лед. Хорошо. Может, вода еще понадобится. Давайте зачерпнем. Отлично. Так, кстати, часть еловой ветки. Не здесь. Здесь, может быть. Вот эта часть еловой ветки не сюда ли? Да, сюда. Отлично. Хорошо. О, у нас сцена с поиском предметов на камине появилась. Что ищем? Осьминога, бейсбольный мяч, зонтик, крыло, стакан воды, обезьяну, сливу, печенье, шар для боулинга, метелку для пыли, часы и виноград. Как много. Осьминог, бейсбольный мяч, зонтик, крыло. Что за крыло, интересно, котятки? Стакан воды, шар для боулинга, обезьяна, слива, печенье, метелка для пыли, часы и виноград. Ну что ж, давайте искать. Так, метелка для пыли, виноград, крыло, слива, шар для боулинга, стакан воды, обезьянка, шар для боулинга, часы, зонтик, осьминог. И печенье. Все легко, быстро, понятно. Я рада. Бревно. О, я тоже, кажется, знаю, куда нам нужно деть это бревно. Давайте отдадим его замечательному мистеру Бобру. Дальше Бобер справится сам. А я нашла колокольчик. Это колокольчик, я думаю, он пригодится. Я бы могла набрать здесь немного глины, но не голыми руками. Глина. Интересно, для чего нужна глина? Так, что у нас с вами есть? Колокольчик. Колокольчик. Здесь, по-моему, колокольчик не нужен. Здесь нужна шишка. Может быть, вот сюда нужен колокольчик разместить? О, посмотрите-ка, шишка. А вот шишка-то как раз-таки нужна на часики. А вот она и драгоценная фигурка балерины, которая нам была нужна. Давайте установим ее на место. Ура! У нас с вами появились ножницы. Чтобы балерина танцевала, необходимо вставить сюда специальный музыкальный цилиндр. То есть нам еще нужно будет сделать, чтобы балерина танцевала. Отлично. Так. Есть пуговка. Есть пуговка. Так, отлично. Пуговицы у нас есть.
есть ножницы. Давайте обратно зайдем в домик. Так. Так, отверстие нужно исправить. Как? Чем? Может быть, глиной, слушайте? Может быть, совком зачерпнуть глину? Отлично. Теперь у меня есть полный совок глины. И я могу использовать его. Кристально чистый ручей. Какая красота. Да еще и сломали домик бобра. Бобер так старался. Так, давайте глину используем. Я не профессионал, но думаю, что справлюсь. Отлично. У нас здесь изображена голова голубя. Ну, разве это голубь? Это же снегирь. Большое спасибо за починку дымохода. Сходи, пожалуйста, к моей сестре и передай, что я очень огорчена. И не забудь красный клубок, тесемки, пуговицы и кружево. Ага, видимо, вот сюда, открыв эту дверь, мы и попадем к сестре, да, я так понимаю? Еще одна загадка. Части находятся в неправильных местах. Перемещайте части в нужные места и вращайте их, нажимая на стрелки, чтобы решить головоломку. Так, что я должна сделать? То есть я еще должна их как-то менять местами, а как? Так, ну это явно... Откуда-то вот отсюда? Ой. Как-то... Не похоже, конечно, но я думаю, что это так. Так, здесь что у нас будет с вами? Здесь вот так как-то будет. Вот здесь почему-то не встает на место, кстати. Хотя по картинке похоже. Да, это оно. Так, меняем местами и вращаем до правильной позиции. Все отлично. Все прекрасно. Головоломка простая, легкая. Я с удовольствием все это сделала. Вау! Какая-то новая бабушка нас с вами ждет. И новые задания, видимо, да, мои дорогие котятки? Еще и здесь мы что-то с вами будем искать. У-у-у! Это очень здорово, это очень интересно. Но давайте мы будем продолжать проходить эту игру и разговаривать с бабушкой в моем следующем видео. Не переживайте, я надолго не ухожу. Марафон по рождественским играм продолжается. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, мои дорогие котятки, и нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале, чтобы вы были в курсе того, какое у меня сегодня настроение, что я решила явить этому миру. Также ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а для тех, кто любит мое творчество и желает поддержать меня донатиком, то в описании к данному видео имеются ссылочки, пройдя по которым вы можете меня таким образом поддержать. Ну а на этом я со всеми вами прощаюсь. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас было замечательное, потрясающее новогоднее рождественское настроение, чтобы оно сохранилось как минимум до 31 декабря, до 12 часов ночи, а в идеале то и до 7 января включительно. Как всегда, рекомендую вам смотреть только полезные и качественные видео. И всем пока-пока! Всем мяу!